кухню у Эден и сегодня мы будем готовить шакшука. Шакшука – это израильский завтрак. Шакшука родина из Туниса, но так как весь Израиль полнен тунизайцами, да, так этот завтрак становится наш. Так же, как и хумус, он арабский, но вообще-то все говорят, что он израильский, хотя бы в Израиле. Фалафель, он тоже египетский, но все говорят, о май гад, я зажигла печку своей попой. Так что Израиль, как я вам уже говорила, там, где мы готовили вместе куба, в том видео, вы можете посмотреть, если вы его еще не смотрели, мы готовили куба вместе, иракское блюдо. Я вам говорила, что в Израиле есть очень много разных общин со всего мира и с Африки также, так что иногда эти блюда родинам другой страны, но мы говорим, что это наше. Ну, конечно же, мы никогда не скажем, что пицца – это израильское изобретение. Окей, давайте начнем. Вообще-то, есть много видов у шакшуки. Есть шакшука по-балкайски, по-итальянски, все, что хотите, но вообще-то шакшука – это томатный соус, яйцо и острый перец. И вы можете добавлять туда или сыр, или брынзу, все что угодно вы можете делать, чтобы эта шакшука была повкуснее, чем обычный способ. Но сегодня мы будем готовить это с помидорчиком, конечно же, и с перцем сладким, и фета. Фета – это сыр козий. Я думаю, что вы его знаете. И, конечно же, томатная паста нам понадобится, 2 яичка и все разные специи. И, конечно же, Эден никогда не будет что-нибудь кушать, если там нету что-нибудь острого. Так что табаско – это отличный способ. И, конечно же, оливковое масло, потому что без масла нельзя жарить. Окей, начнем с того, что мы порежем нашу помидорочку. Я режу ее обычно. Не надо быть шефом, чтобы готовить шакшуку. Шакшуку можно есть, вы встали утром, вы голодные, вам не хочется обычный омлет или все что угодно. Мы включим маленький огончик. Если вы думаете, что я в трусах, подумайте снова, потому что я в тунике. Мы льем немножко оливкового соуса в нашу сковородку. И пока что это греется, мы можем пока что порезать наш перчик. Я обожаю перец сладкий. Вы тоже? Напишите мне, какой овощ ваш самый любимый. Мой самый любимый овощ, он кабачок. Я никогда не ела кабачок, я влюбилась в него, когда я была веганом. Когда я была веганом, все, что я ела, это только жареные овощи. Окей. Сейчас я думаю, что наша масленка уже стала горячим. Теперь это будет жариться, пока это будет готово. Вы любите этот звук? Я обожаю этот звук и запах. Если вы любите острое, вы обязаны добавить здесь острый перец. К сожалению, у меня сегодня не было, а я захотела снимать спонтанно. Окей, после того, как наши овощи уже готовы, вы видите, что они уже, можно сказать, мягкие, мы добавляем томатную пасту. У меня это не томатная паста, а томаты в кубиках. Это должно выглядеть вот так, как будто бы тут у вас есть бассейн томатной пасты или томатов. Теперь это наше самое любимое занятие. В этот бассейн вы ломаете 2 яйца. Но вы ломаете его так, чтобы он не разлился. Вы делаете немножко ямочку. Нельзя так уж сделать ямочку, потому что это жидкость. Но вы освобождаете это от овощей, такую ямочку. Да, я не знаю, ведь яйца. Вот так вот. Вот так красиво это выглядит, наша шакшука. Но она еще не готова. Теперь мы можем уже поставить перец, обычный перец, по вашему вкусу, потому что каждый любит по-другому, один соленее, другой перчее,
горячее. Я обожаю табаско, так что я лью табаско, как будто бы нет завтра. Дальше добавляю базилику и заатар. Я надеюсь, что заатар это и на русском. Если нет, то я вам напишу, как это называется. Тоже по вашему вкусу, и если вы не любите заатар, вы не обязаны. Пока что наша шакшука готовится, мы можем порезать кубики феты. На ваш взгляд, я беру вот такую вот порцию. И режу это на малюсенькие кубики. И теперь эти кубики я просто разбрасываю по моей шакшуке. Только чтобы не поставить это на глазки моих яиц, потому что мы хотим их целыми. Наша шакшука уже готова. Как вы видите, она в сковороде, потому что так ее едят в сковороде. Нужна специальная сковородка, без такой ручки, с такими ручками, но какая нам разница. И еще что-то трагическое, что случилось в тот момент, когда я закончила делать шакшуку. Как я вам сказала, это была спонтанная идея. Сейчас у нас шаббат, суббота. В субботу все закрыто до вечера. В 7 часов вечера только открывается, сейчас будет 27. И мне шакшуку едят с хлебом, а у меня вот такой кусочек хлеба есть дома, да? Это очень трагическое, так что я спустилась вниз пока что, и я даже не взяла с собой ботана, потому что мне надо было так быстро это все сделать. Я спустилась вниз, и все закрыто, и я такая: ой, сегодня же суббота. Но не важно. Я буду кушать с хлебом нищеты. Все нормально. Так что я вас научу, как это делать. Это кушать почти как хумус. Вы можете вот так вот просто делать. Или с вилочкой, как вы хотите. Это просто божественный вкус. Извините, что я говорю с полным ртом, но это просто так вкусно. Я не могу вам передать, вы обязаны это приготовить дома. Это не просто яичница. Если вы такое сидите утром, вы не будете голодны целыми днями. Иногда такое кушают еще и на обед. Это не только завтрак. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вы такое сделаете. И напишите мне внизу, как вышла ваша шакшука. Если вам было вкусно, и если вы добавили что-то от вас, может быть, колбаску или что-то другое. Так что ставьте палец вверх, если вам понравилось, и если вы любите такие видео. И пишите, если вы хотите еще всякие видео из моей кухни. Подписывайтесь, если вы не подписаны, и ждите новых видео. Вот и все. Спасибо большое. Пока!